Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Всем привет, с вами Алекс Айкил, и я продолжаю проходить Мафию 2 Definitive Edition. Наверное, это плохо, что я не закрываю дверь в квартиру Джо. А то так ведь могут и обнести. Так, радио сразу выключаем. Джо сказал, что нам надо встретиться в баре у Фредди. Намечается новое дельце. Вот мы и на месте. Имею я право на отдых после работы, нет? Что вам подается? Кофе. Но когда про это узнает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Если он вам не нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где мои бабки? Он что себе думает, у меня тут розочки? Делай. Сейчас. Кто это? Кто-то, кому тебе пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушек. Ну и немного сверху за труды. Джо, объясни. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? А, ты даже лампочку заменить не можешь. Да не волнуйся, я все продумал. Я раздобыл форму телефонной компании, сделаем вид, что что-то чиним. Ну ладно, пошли. Хорошо, обнесем подонка вчистую. Всего-то дел дождаться темноты. Прошло в порту. Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Дал тебе работу? Да, обработал ему пару парней. Это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Хватит ныть, а Дерека лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докеров. Да нет у него нифига никакой работы. Хотя позже по сюжету мы к нему еще заглянем. Жаль, конечно, что разработчики не запилили в игру дополнительные задания. Видел.
Так, взламываем дверь. Что? Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча в мозги ударила! Барбаро, ты что это тут делаешь, котел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй, это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, все, сейчас, что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем постам, 10-3-1 в торговом центре Вестсайде. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А, черт! Так, выпусти! Валим отсюда. Надо валить к черту отсюда! Приглашение! Взять их, парни! Брайан, а как же копы? Давай, выбирайся! Я стараюсь! Прикрой меня, я открою дверь. Отцепи этих козлов от меня. Хорошо, прикрываю. Выдержи их еще немного. Давай, помойка, открывайся. Есть, мы выбрались, вида. Давай. Стоять! Полиция! Вам не уйти! Копы висят у нас на хвосте. Твою мать! Черт! Снова тупик! Ну что ты там возишься? Давай быстрее, ну! Нам сюда! Это единственный выход! Ну уже, Вита! Двигай тазом! Ты с ума сошел? Тут лед сплошной. Поскользнешь ты, кранты. А что делать? Не хочу садиться. Эй, а что такое? Должна же запуститься катсцена. Какого хрена? Ну-ка еще раз. Фак. Похоже, игра баганула. Переиграть задание. Нет, не хочу я переигрывать все задание. Ну что такое-то? Почему он не забирается? Вот почему. Этот ублюдский коп завис, поэтому катсцена не запускалась. Давай, греби сюда. Тебе, блин, особое приглашение нужно. Вон там, стреляй! Черт, господи, осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. Где они? Хвати сюда, пачка сержант. Да нахрен! Столько мне не платят! Сюда! Так мы выйдем на улицу!
Черт, копы! Стоять, полиция! Вам не уйти! Подержи их еще немного! Есть! Мы выбрались, Вита! Давай! Генри никогда не поверит! Идиоты! Пошли! Отвали, мусор! Я ничего не делаю. Ну, везет, ирландцев. Это что за хрен? Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Черт, копы, быстро в тень, скорей! Давай, давай! Не волнуйся, давай сумку, я заныкаю добро. Ладно, друг, увидимся дома. Не попадись только по пути. Так, нас ищет полиция. И они знают, как мы выглядим. Нам желательно добраться до ближайшего магазина одежды и переодеться. Чтобы нас перестали искать. Да их тут просто пруд пруди. Ладно, попробуем как-нибудь обойти. Черт, 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 быстро, за машину. Уже недалеко. Беги, Вита, беги. Всем постам, отбой тревоги. Там еще двое. А может попробовать по-тихому его вырубить? Какого хрена ты его толкнул, Вита? Его надо было придушить. Твою мать. О нет, он нас убьет. Хопа! Видали, как я лихо? Они 100% видели, что я забегал в этот магазин. Причем я надел практически ту же самую одежду, только цвет рубашки другой. И они все, они меня уже не узнают. Кто это такой? Кто это? Не этот, а другой человек. Это не тот, кого мы ищем. Бред вообще. Ладно, в любом случае дело сделано, и мы теперь можем с чистой совестью возвращаться домой.
Кстати, наша тачка похожа на ту, на которой мы разъезжали в первой части. Но помните то самое знаменитое такси? Добавим ее к нашей коллекции. Спокойной ночи.